Давай. Ты любопытный персонаж. Ты покорила сердце Кейтлин. Я благодарна тебе. Из-за твоего отсутствия образовался вакуум, который я сумела заполнить. В других обстоятельствах я предложила бы тебе должность в моей организации. Твоя стойкость, несомненно. Конечно, это невозможно. Ты создаешь слишком много трудностей. Кейтлин не должна отвлекаться. Не волнуйтесь, она не будет отвлекаться. Отец привил мне понятие о доверии. Он сказал, чтобы внушать доверие, выполняй всего три условия. Будь честной, даже если придется сказать болтуне, что из ее рта пахнет, как из выгребной ямы. Будь терпеливой. Этим я владела не до конца, но навык точно полезный. И третье. Лучше просто заткнись. Разломы просматриваются с вышек. Патрули периодически обходят город. Ее личная охрана стоит здесь, здесь и здесь. Но они не ожидают проблем дома. Точный расчет, удача и... отвлекающий маневр. Что бы ни случилось, нельзя недооценивать Амбессу. У меня есть план, но он вам не понравится. Ну, не зря потратила ваше время.